Так, мне только что сказали, что в игре Brawl Stars только что сбросились кубки. А я их, ребята, вообще-то апал. И апал я 70 тысяч кубков. Кто их сбросил? На каком основании? За что? Но мне сказали, что, возможно, тебе немного сбросили кубков. Пойди и посмотри. В общем, прямо сейчас я зайду в игру Brawl Stars, и если там сбросили много кубков, то на этом пуш, ребята, заканчивается. Понятно вам? А если не сбросили много кубков, то пуш продолжается. И если вы хотите сегодня прямую трансляцию, я жду ваших 20 тысяч лайков на этом видосе. И сегодня будет стрим тот самый по Brawl Stars. Ну что, готовы? Да, let's go в игру! Ха-ха! Поехали! Найс, дас! Пипец, пипец, пипец! О, меня сразу чаек встречает, братанчик, здорово! Блин, на самом деле обидно, посмотрите, сколько сбрасывает. Капец! А, о, ну куда? За что? Ну, и сколько сбросили, как посмотреть? Трофейная лига закончилась. Надо сделать красивый скриншот вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот сделали скриншот. Вот так вот. Вот так вот. Еще вот так вот. Вот так вот. Оп. И все, и хорошо. Забираем блинги. Привет. У меня было 58600 кубков. Сбросили 100 трофеев. Алло! Ладно, на самом деле... Это офигенно, ребята. Так мало кубков сбрасывают, что? Давайте посмотрим, кого мне сбросили. Ну, мне сбросили всех... Короче, подровняли кубки, да. Было там 900 с чем-то, стало 900 также с чем-то. Ну, капец, короче. Сезон закончился, ребят. Ну что ж, до конца трофейной лиги 27 дней. Я вам... Обещаю, что до конца этого сезона будет на моем балансе 70 тысяч кубков. Не меньше, ни кубка меньше. Это я вам даю слово, ребята. И если я его не сдержу, я буду самым жестким балаболом. Отписка от меня со всех каналов. Я надеюсь, если не случится какой-то форс-мажор. Ну, мало ли, я сознание потеряю и уеду на скорой, и все. Но вот это уже, конечно, я уже никак не могу контролировать. Так, тем временем, ребята, у нас в магазине, короче, продается Нита Пита Випа Пипа. Набор значков, иконка игрока, спрей. Офигеть, я хочу это купить. А у меня не хватает гемов, ребята. А вам гемы нужны? Подождите, вам гемы нужны? Кстати, а что написано плюс 15%? Типа что? Типа больше начали донатить или что? Не понимаю немножко. Ладно, ну что ж, у меня хватает гемасиков, естественно, я покупаю. Вообще, знаете, все новые скинчики, которые в игре присутствуют, я все покупаю. Это просто, скины у Supercell, это гениальные просто картиночки, рисуночки, без которых реально играть не так классно. Офигенно просто, можно слона поставить себе на этого. Слушайте, так я хочу сыграть на Нити, ребят, хочу сыграть на Нити. Хочу теперь на новом скине. Нита с бивнями, ё-моё. Го одну катку. Я хочу на ней одну катку сыграть. Чисто проверить, как она вообще. Она вообще нормально? Одну катку на 900+. Для вас, ребят. Для вас, надеюсь, получится. Так, что у нас за карта? Галактическая арена. Да, подходит. Так, ну что, поехали. Вот такой вот новый скинчик, ребяточки, так что если вам нужны гемы, обращайтесь. Кстати, я задонатил 360, и еще гемов осталось. Не, Brawl Stars вообще не грех донатить, Brawl Stars донатить даже нужно, ребята! Это просто имба! У меня еще блингов, посмотрите, сколько, трэш, я могу сколько скинов, смотрите, я могу любой скин приобрести. Вообще просто на изи, смотрите, это же просто имба, это просто имба. Смотрите, любой скин, причем не тратить гемы. У меня лайна нет, чаек. Поехали. Да, чаек, пару каточек на видосик передаю тебе привет и спасибо, что залетаешь, братанчик. Всегда, когда я только захожу в игру, сразу помогаешь мне пушить кубки, брат, от души. Ну что, поехали затестим бивня Ниту в каточке. Ну что, ребят, пуш продолжается, значит, смотрите, какие планы. Теперь давайте пройдемся по планам, если вы до этого момента досмотрели. Нифига, это будет сложно сейчас. Значит, по планам следующее. Значит, по планам следующее, ребят. Планы следующие. Я сейчас начну говорить про планы, когда чуть-чуть мы проконтролим
проконтролим обстановку. Так, хорошо, а куда она делась? В шляпу спряталась? Это странно. Очень странно. Так. Пробуем поджимать. А, я в кокон. Ай-яй-яй. Планы следующие. Во-первых, апнуть 60 тысяч в ближайшие пару дней. Я думаю, что послезавтра уже будет 60 тысяч. Так, подождите. Нет! Это почти гол был. Фух, слава богу, это не гол. Так, ребят, собрались. Мы должны выиграть. Это очень тяжело, но мы должны. Потому что мы играем на 900+. Так, найс. Пошла Мишка. Что мой Мишка делает? Нифига себе, я хилюсь, когда дамажу, да? Нормально. А, больно. Так, я убил этого. Убил Спайка. Блин, какая потная катка. Так, а у меня что Мишка делает? Станет, да? Так, ну поехали. Блин, наверное, Мишку плохо юзаю, да? Блин, Мишку надо было похилить. Не получилось, нифига. Ну, плохо я кинул Мишку. Так, ну поджимаем немножко, поджимаем. Тяжело очень, потому что пацаны играют на 900+. Они типа мощные. Так, хорошо. Тара-тара-лоу. Мы забиваем! И это гол! Холди красавчик. Так, найс. Главное, чтобы не забили нам сейчас случайно. О, ребята, это было трошечки страшно. Все, мы выиграли. Плюс 7 кубков. Найс. Так, отлично. Я получаю стардропчик мифический. Что мне выпадет? Гаджет. У меня каких-то гаджетов еще нет. Прикольно. Так, ну что ж, теперь мне предлагали взять бо. Давайте возьмем бо. 800+. И пойдем в каточку. Ребзики, ну вы же хотите сегодня прямую трансляцию. Ну давайте, 59 тысяч плюс, пойдем апать. 20 тысяч лайков с вас. 20 тысяч лайков, ребзики. Так, ну что, продолжаем. Значит, сегодня будет 100%, я вам говорю, 59 тысяч, 100% будет. Я либо до стрима их апну, либо на стриме. Вот, ну а завтра я должен буду доапать к концу дня 60 тысяч. Вот любыми способами. Все, 60 тысяч должно быть. В принципе, мне говорят мои знакомые, что нормально идешь, неплохо, учитывая, что начал с 39 тысяч, двигаешься бодряком. Ну, конечно, можно и больше апаться, но это в зависимости от того, сколько ты времени этому уделяешь. Я, в принципе, ну так, в среднем, чтобы еще видосы успевать записывать, стримить, как бы там поболеть трошечки. Я же тоже человек, я могу поболеть, да, спокойно. Вот, вот, но вообще нормально. А, изи! Это изи победа, ребят. Тем самым мы уже апнули. Блин, ну с винстриком, ребят, вообще кубки апаются очень легко. То есть, ну сколько тут сбросилось? 100 кубков, я их даже не почувствовал. Раньше... Я не понимаю, почему я до сих пор болею. Раньше, друзья, я... Сколько? Да дофига сбрасывалось. Дофига очень сбрасывалось. Я не помню сколько, но... Пару тысяч, если не больше. Если не больше, сбрасывались основные кубки. Это вообще было обидно. Особенно на высоких было вообще неприятно. Так, отлично. Не, ну это легкотня, ребят. Поэтому, я думаю, на 800+, мы вообще будем апаться очень бодро. Так. Оп. Взорвись. Я раскрыл карту очень зря. Я дурак, наверное. Да не наверное, я дурак. Так, вот эту катку надо затащить. Лайкосик поставили мне и погнали. Поддержите лайком. Я думаю, уже все лайк поставили, но на всякий случай. Так, хорошо. Так, туда выбрасываем мячик. Надо похилиться. Ну нет, мы проиграли, блин.
Я не знаю, как мы проиграли метателям этим. Там три метателя было. Так легко начали, и так что-то вообще не пошло. Там три метателя было. Я так понимаю, здесь карта такая для динамайков. Вау, какой офигенный скин Скорпион на вот эту чувиху был. Так, а что у меня есть на бо интересного? Что я на бо могу прикупить? А собой есть, я на нем не играю, я что, придурок? Что это? Что? Кто это? Я хочу этот скин. Почему я не могу купить его за блинги? Надо 100% донатить на него. Давайте в одном из следующих видео я его куплю. Видео. Блин, ну пипец, офигеть скины. Да какой, это просто трэш. Вот это просто трэш, ребят. Это просто трэш. Я отвечаю, я все скины в Brawl Stars скуплю себе на основной аккаунт до конца пуша. Блин, да почему у меня так нос чешется? Да почему я до сих пор болею? Ну как можно так долго болеть? Ну случай ты такой неприятный. Ну уже реально, уже давно пора выздороветь. Я сижу дома, блин, пью эти таблетки, блин. На улицу хожу, гуляю, кушаю, все нормально, сплю и все равно болею. Ну сколько можно, блин? Я че, умираю? Может, болезнь прогрессирует над моим здоровьем, и я уже не вылечусь. Не-не-не-не-не-не-не, только не гол. Главное успеть допушить кубки, а дальше уже хе-хе. Так, нам последний гол остался. Ой, могу взорвать. Так. Ух, и трек по мозгам бьет. О, по своим могу дамажить. Да блин. Нет, только не гол. Это гол. Трэш! Я не понимаю. На бо на самом деле нелегко играть. Ну что это вообще? Что это такое? Нифига Мортис там выдает. Мортис очень хорошо играет сейчас. Так, что у меня гаджет делает? Так, я взорвал, да? Взрываю. Взрывчатка. Блин, ну Фэнк вообще имба метовая тут. Ну как по нему попасть? Просто он просто бегает, он даже не мансует, по нему не попасть. Ну нам гол забили, ну что это? Ну что это вообще? Ну что это? Ну это невозможно играть. Ну как в это играть? Ну что это? Ну пипец. Ну вообще не идет на бо. Последняя катка, let's go. Ну что это? Нас просто... Эх. Ладно. Поехали. Надо возвращать кубки, которые мне сегодня слили. Но это на стриме надо, короче, ребят, давайте стрим запустим с вами и будем играть. Нет, пожалуйста. Фух, хорошо. Так. Так, надо добить Тару. Да, блин. Нет, надо срочно Джесси. Джесси забьет гол, если не законтрить ее. Ой, хорошая стяжечка от Тары. Так. Забираем мячик. Блин, ну тут, наверное, надо какого-то танкера нам брать. Ближника какого-то там. Джесси, Джеки. Ой, Джесси, Джеки. Найс, гол. Фух, мы выиграем эту каточку. Так, поехали. Давайте так вот закинем мячик. Ну вот это неприятно. Вот это Джеки, вот это на фулл этих, это неприятно. Фух, что так сложно. Немножечко. Так, добиваем. Хорошо. Найс, взорвали ее. Ну все, это гол. Скорее всего. Да, найс! Все, ребят, на этом я буду завершать. В общем, жду ваши лайки. Будем играть на стриме. Подписочку на канал. В общем, ребята, покупайте скинчики. Они реально очень красивые. Ну что это? Глянь, 79 гемов. Посмотри, какой офигенный кольт. Это просто красавчик. Банановый кольт, офигенный. Давайте я его куплю прям на видос. Почему нет?
Вы тоже покупайте скинчики, если вам гемчики нужны. Ребят, я ссылочку для вас оставил в описании. Как донатить, показал. Я погнал дальше апать кубки. Вам желаю удачи. Надеюсь, вы 20 тысяч лайков наберете. Увидимся вечером на стриме, ребят. Пуш продолжается. До новых встреч. Кстати, испытание закончилось. Блин, испытание закончилось. Хотел с Данькой пройти. Ну ладно. В следующий раз. До новых встреч. Пока.